ваші вітальні і традиційна рубрика «Недільні поради», з якою можете дізнатися питання щодо виховання або поведінки ваших дітей. Отже, з нами постійний експерт наш, це Ольга Алексєєнко. Доброго ранку вам. Здравствуйте. Здравствуйте всім. І, як завжди, Ольга, ми до вас з питаннями, ну, а ви до нас з порадами. І сьогодні така нагальна проблема наших дітей або батьків багатьох. Ми наших дітей виховуємо слухняними, так? Ми привчаємо їх до того, що дорослий – це авторитет, що тобі потрібно слухатися. І коли ми з цим постійно до дитини звертаємося, які наслідки ми можемо мати після цього? Саме що цікаво, от, как бы, я би хотіла сьогодні поговорити о том, як навчити дитину говорити «нет». Але ми, як батьки, прагнемо іншого. Да, ми завжди, як батьки, стараємося, щоб дитина був послушним, був внимательним по відношенню до іншим людям. І от такі діти чаще всього попадають в неприємні ситуації. Вони не можуть відказати ні чужим взрослим, ні своїм однокласникам, ні старшим дітям, коли ті просять зробити якісь або неправомірні поступки, або якісь дії, які дитина не хоче робити. Але ми або ми привчаємо дитину, яка не може сказати ні, як на мене, то вона обіцяє зробити, навіть якщо цього не може зробити. Тому що просто не тому, що вона погана, а тому, що не може сказати ні. Так, да. І вона как бы попадає в залежність від другого чоловіка, будь-то другий ребенок або взрослий чоловік. І я би хотіла для того, щоб навчити дітей говорити ні і взагалі техніки безпеки з дітками в студії. Мы проведем некоторые упражнения, а вот родителям дать вот такие советы. Это первый совет. Ну, купить, например, телефон, часы, да, с GPS-навигатором, чтобы знали родители, где находится ваш ребенок. Так как в телефоне, ну, не всегда можно достать, ребенок может забыть, а вот часы, они всегда на руке у ребенка. Дальше, сделать ребенку визитку в портфель. Это касается вот в основном младших школьников, младших классов. То есть в портфеле в ранце всегда есть какой-то кармашек или в пенале лучше портфель, то есть как прозрачный, да, чтобы туда поместить все данные, которые касаются вашего ребенка или вас самих, с которым можно связаться. Научить говорить ребенка «нет» и повторять слово «нет» постоянно. Это просто такая вправа. Да. Договориться о секретном вопросе. Если, например, подходит какой-то чужой человек к вашему ребенку и дает телефон и говорит: «На, поговори с своей мамой». Ребенок должен задать какой-то вопрос. Например, або подходит дитина и говорит: «Твоя мама попросила тебе подвезти из школы до дома». Конечно, так? Да. То есть ребенок должен задать, например, вам, что он любит кушать или что вы ему подарили на день рождения. То есть вот такой секретный вопрос, который знаете только вы или знает ваша семья. Еще пополнить свою записную книжечку. Что это значит? Ребенок взрослеет, начинает общаться, и вы должны знать, с кем он общается. То есть спросить телефоны родителей, спросить телефоны его одноклассника, чтобы они у вас всегда были под рукой. И если ребенок где-то задерживается или там позвонил, он пойдет к Маше, Пете, Даше гулять вместе, вы должны знать телефон этой Маши, Пете, Даши, чтобы могли связаться с этим ребенком. Ну, так, это дуже добра практика, коли спілкуються батьки дітей, які дружать між собою, так? Вони знають, де їх діти, конечно, чим вони дихають, і взагалі можна прослідкувати мотузку цих відносин між дітьми. А зараз би я хотіла вот, провести маленький такий тренінг с нашими детками, которые находятся в студии. Первое упражнение называется «Клубок». Например, я даю ситуацию, какая-то существует проблема. Ваши одноклассники, мы возьмем старших детей, это у нас София, Вероника и Артем. Артем. Они все пятиклассники. О, прекрасно. Они перешли в среднюю школу с младшей школы, уже другой статус у них появился. И теперь ваш одноклассник или одноклассница просит у вас писать домашнее задание или контрольную работу. Бывают такие? Да. Бывают, да. Конечно, бывает. Но иногда детки дают, а иногда они не хотят дать, но не могут отказать. И вы должны рассказать кратко об этой проблеме, которая вот
я обозначила, да? Кто-то просит списать у вас домашнее задание из одноклассников или контрольную работу. И при этом наматывать ниточку на палец. А потом передавать другому человеку. Я скажу ему, что не могу, спешу домой. Так, хорошо. Передавай, например, Артему. Ну, я скажу нет, потому что... Ну... Я считаю, что ученик должен сам сделать. То есть сделать домашнее задание или контрольную работу, да? Да? То есть, получается, ты оказываешь медвежью услугу тому человеку, который списывает тебя, да? Да, Вероника. Вероника, а в чем вот ситуация заключается? Может, у тебя какие-то проблемы? Может, ты даешь списывать, может, нет? Почему? Ну, если честно, я бы человеку дала списать, потому что он бы в следующую минуту, в следующий день бы мне помог. А если бы я ему не помогла, то бы он бы мне не помог. Вероника считает это помощью. В чем заключается это упражнение? Что у нас образуется, да, когда деток много, образуется своеобразная паутинка. Ее можно распутать? Ее можно снять с пальчика. Снимаем с пальчика. Снимай, снимай. Есть эти проблемки, которые детки не сразу говорят. То есть справиться как это с этой проблемкой. Но не получается. То есть и когда мы смотрим, можем распутать. Каждый говорит вот выход из ситуации. Да, как у нас Артем говорил. То есть может почуя для себя да, ситуацию. Может в чем-то и Вероника права. Может и стоит иногда помочь. Но мы не всегда знаем. Здесь помогут ли нам другие или нет? Или просто помочь? Может, человек там поспал или мультики посмотрел твой одноклассник, да, и просит. Может, он что-то даст взамен. То есть разбираемся каждый раз вот по ситуации, что происходит. И наголошуємо, що у нас зараз більш відкрита тут аудиторія, тому діти скутіші і не можуть, можливо, говорити те, що хотіли би сказати. Але вдома, наприклад, так, або в шкільній обстановці, більш закритому колі, вони можуть більш відверті речі говорити. І саме, що цікаво, от здесь можна це проводити між мамою, папою или ребенком. Ми розказуємо то, будь-яку ситуацію, да, описувати, да. Здесь ми задействуємо ручки, як ми взаємодействуємо, контакт у нас. Следующее упражнение – марионетка. Я попрошу Артема, он будет у нас марионеткой, а так, я буду… Марионетка, для тех, кто не разумеет деток, это лялька, якою управляет. То есть, а я буду кукловодом. Помните, как в сказке Буратино, да? Если я не ошибаюсь, там, там карабас-барабас, и в него все ляльки были на ниточках, ими керували. То есть управляли. Цель упражнения, чтобы ребенок ощутил, нравится ему, когда управляют другие люди, или не нравится. Что он хочет сделать какие-то действия, или не хочет сделать какие-то действия. Хорошо? Давай попробуем. Наша задача будет... усадить Артема на этот пупик. Артем ничего не делает. Я управляю его действиями. Начинаем. То есть наши действия должны сопровождаться какими-то усилиями. То есть ребенок должен почувствовать, что им управляет. Против его воли, да? Так? Против его воли, конечно. Ну, я уже почувствовала, Артем сделал шаг назад. Он не хотел это делать, шаг. Ага, а я твою ножку не переставляла, ты сам ее переставил. Так, Артема мы всадили на кубик. Да. Теперь можешь это... спокойно себя вести. Как твои відчуття? Тобі подобалось, як тобою керують? Нет. А що хотілося зробити? Ну, хотілося, ну... Немножко там быстрее. Ага. Там. Остановить процесс. Да. Им не нравится. Самому про... быстрее, да? Конечно, самому сделать что-то быстрее, потому что... И все-таки я старалась как бы приложить усилия, чтобы ребенок почувствовал, что это ему неприятно. И родители должны понимать, что взаимоотношения с другими детьми или с другими взрослыми неприятно нашим детям. Артем.
Артем, а от взагалі хтось керував, хтось тобою колись, от не в рухах переставляти ноги, а говорив: Артем, ти повинен зробити ось так і тільки так. А тобі це було неприємно. Було таке в тебе в житті? Так. Да. Ну, ми не будемо вдаватися да, подробності. А що тобі хотілося? Ти робив так, як тобі казали? Ну, так. Да. А що хотілося зробити? Ну, по-другому. А чому ти не говорив про це? Боялся. Многие боятся, многие стесняются. Многие дети, вот как вы правильно говорили, Марина, родители учат быть вежливыми. А вот такие дети чаще всего попадают в какие-то неприятные ситуации. Теперь следующее упражнение – это отказ. Мы должны научиться. Говорит «нет». Но говорить, значит, первый отказ должен быть слово «нет» уверенно, второй – агрессивно. И третий не уверен. А, просто мы вчимося говорить слово «нет». Как мы произносим? Угу. Хорошо, давайте я зачитываю ситуации. Одноклассник просит тебя дать телефон, чтобы позвонить. София у нас говорит «не уверена». Нет. Уверена, Вероника? Нет. Нет. Агрессивно, Артем? Нет. Вот, хорошо. Одноклассник просит, старший или старший школьник просит оставить какие-то свои вещи у тебя дома. Не уверена, скажи, нет. 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 Можешь опустить глазки. Так. Нет. Уверена. Нет. Агрессивно, София. Нет. Еще сильнее. Нет. То есть вот такими упражнениями мы учим ребенка говорить «нет». Смотрите, когда ребенок говорит «нет», не уверена, то есть это получается, что он оставляет… Нет, но да. Да, нет, но да. Ну, то есть любой другой взрослый человек или более сильный, уверенный в себе ребенок сможет его переубедить. А теперь я хочу поиграть с нашими маленькими девчонками. Так, и кто у нас здесь? Это у нас? Даша. Даша, в какой ты класс ходишь? Первый. Первый, а это? Во второй. Кто, как тебя зовут? Олеся. 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 Олеся ходит во второй класс. Вот наши маленькие девочки. Упражнение называется табу. То есть, как смотрите, как? Табу. То есть запрет. Запрет. Нужно научить наших детей, особенно маленьких дошкольников и школьников младшего возраста, чтобы они реагировали на прикосновение других людей, чужих людей. Смотрите, Олеся, давай начнем с тебя. Я... Ой, какой бантик. Подходит тетя какая-то чужая. Ой, какой бантик, какой ты. Сильнее. Громче. 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 Не трогайте меня. Вот слушай, Даша, а вот еще девочка, хочешь конфетку? Не трогайте меня. Хочешь конфетку? Пойдем, у меня еще много конфеток. И нужно сразу уходить. Ты сидишь зажата. Старайся просто вот встань и уйди. Все. Вот это главное добиться. То есть ребенок должен уйти. И постоянно повторять. Садись, Дашенька. Тобто ми побачили реакцію Олесі, їй неприємно, звісно, да. Але єдине, що було не дуже впевнене, не трогайте мене, да? Нужно громче і уверенно. Ну, ми здесь делаем поправку на камери, то, що дітки у нас перед камерами, да? І поэтому їм тяжело. І ще. Можливо, з батькам, з дітьми такого віку треба програвати ці ситуації вдома. Конечно, і проговорювати обов'язково, що ніякий другой чужой чоловік, крім мами, там папи, не має права дотрагиваться до вас, підходити к вам, хватати вас за руки там или за ваші вещи. Следующая ситуація, да? От у нас є така собачка, дуже часто буває, взрослые підходять, там говорять, там София, давай, смотри, какая собачка. Пойдем поиграем. Нет, спасибо, у меня есть своя собака. Более уверенный. Более уверенный. Еще раз. Нет, спасибо. Хорошо, у меня есть своя собака. Дальше. Артем, попробуй предложить Веронике телефон. Смотри, какой у меня телефон. Давай пойдем поиграем. Нет, спасибо, у меня такой же самый дома. У меня классная игра здесь. Смотри, какие картинки интересные. У меня же тут есть интересная игра. Вот, смотри. Но мне эти игры чаще не интересны. Я могу такую же самую игру закачать себе на планшет. Ух ты! Молодец! Вот.
Вот, то есть ответ, и ребенок сразу уходит. Вероника, там, если эта ситуация происходит где-то там, или во дворах, или в школе, то есть она сразу уходит. То же самое касается дать телефон, позвонить, очень часто просят. Этого нельзя делать. Я вдячна вам за те, що ми так багато дізналися про те, як навчити своїх дітей, щоб вони не стали жертвами маніпуляторів. А хотілося б ще сказати, що все ж таки діти наші, в них менше шансів стати маніпульованими, коли вони впевнені у собі. А впевненість у собі їм додає наша батьківська любов. Так, і це не секрет, те, про що ми говорили завжди.